Тайсон выходит на ринг, вы, может быть, обратили внимание, что он еще не в своей форме, не в той форме, которую мы привыкли его видеть. Это черные трусы, черные боксерки. Тогда еще не было вот такого стиля Тайсона, он выходил в разной форме. Как-то даже непривычно его видеть так. Но, тем не менее, нет никаких сомнений в том, что это именно Тайсон, в углу Кевин Руни. Тогда ближайший друг. Однако дружба закончилась тем, что долгим очень судебным процессом, и Тайсон был вынужден выплатить Руни больше 4 миллионов. Сразу скажу, что Руни их заслужил. Ну, вот непосредственно бой. Игорь, ну, тебе слово. Ну, что я могу сказать? Ну, двигается, видите, как хорошо. Это в дальнейшем, когда он, конечно, там почти не двигается, о, видите, уже сразу. Да, он комментирует точно, трудно, точно да. Точный удар, да. Точный удар. Куда он, в челюсть попал, да? Да, в челюсть, снизу. Там было два удара, если по в печени и в печень, да. В печень и в голову, да. И вот сразу видит напор. Левый идет, боковой, да, отличный. Левый, идет напор. Сразу. Наезд такой, да. В принципе, все уже кончено, но так, тянут несколько. Профессиональные бои, они хотят все продолжения. Вот, обратил внимание на этот момент, да, дернулся добить. Да, когда уже стоял на четвереньках. Ну, в общем-то, Тайсон еще тогда не делал, может быть, большой разницы между дракой в Браунсвилле и боем на ринге. И это было такое, не надо сказать, что он нарушал правила, это какое-то естественное было движение. Они все профессионалы, в общем-то, стараются добить сразу. То есть, вроде, если нокдаун посылаешь, то лучше добить, они считают. Да, и даже такие вот знаменитые чемпионы, как Рокки Марчиано, грешили этим. Били и стоячего на колени, и висящего на канатах. Так что это, как видите, никакой... как говорил Фрунзе Мукрачян, личной неприязни он не испытывает к Синглтону. И вот входит, он делает солнышко Демпси, не входит. А что такое солнышко Демпси, расскажи? А вот это вращательное движение, которое там в одну и другую сторону уклоняется от ударов, нырки делает, это и есть солнышко Демпси. То есть выполняет нырки, да. и бьется. И при этом, да, и наносит удары. С выходом с нырка он бьет. Это то, что вот когда удары и защита, все логично, так плавно перетекает одно в другое. Да, да, очень. То, что отличает великого боксера всегда. Ну, конечно. И вот еще он в дальнейшем потом бил коротко, здесь он размашисто еще бьет. Еще просто, да, еще да. Но бьет размашисто. Это все-таки рук. Первые бои, это все-таки самые... Вот-вот-вот это. Остановился, успел, сам остановился. Просто, в общем, ну, как я уже сказал, это боевой инстинкт. Противника нужно добивать, чтобы не встал. Это только второй бой Майка Тайсона. Как видите, достаточно короткие были поединки. Это и Синглтон, и первый противник Мерседес. Они, безусловно, не относились к числу сильных боксеров. У вас сложилось уже какое-то впечатление о том, что показывал Тайсон. Ну, давай, Игорь, как-то подытожим, как тебе кажется. Вот, я, честно говоря, хочу просто... прежде всего, чтобы наши зрители поняли, что вот Тайсон – это не просто ломовик, да? Что это прежде всего великолепная техника. Молодой Тайсон. Я бы так сказал, что это думающая пружина, которую выпустили, и он взорвался, и проводит несколько ударов, и тут достигает победы. Да, думающая пружина. Да, потому что он думает, это же видно, что он уходит, он ныряет, он видит, он хорошо видит. Что его старается нанести ударом. Он нет, уходит от этих ударов. И эта тренировка, которая вот, с мешочком, как говорится, у нас система маятника, тоже дают же свой результат.